Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси и мой товарищ The Dog Father. Всем привет. И сегодня мы играем в игру SWAT 4 на прохождение. Это первая миссия. Я сейчас вкратце вас введу в курс дела, потом мы вам расскажем, какое снаряжение мы берем, и отправимся проходить. В данной миссии нам идет ресторан. На втором этаже ресторана находится оружейник, который нелегально усовершенствует оружие и продает его на черном рынке. В данной ситуации это наемный убийца. Это все было сказано в брифинге, я вам просто рассказываю вкратце. Нам нужно, значит, наше задание — найти МАК-10, который улучшенный, спасти всех гражданских, обезвредить преступников, задержать Лянь Ню, это самый оружейник, и задержать Алекса Хименеса, это непосредственно киллер, который пришел для того, чтобы купить оружие. А теперь мы сейчас поговорим о снаряжении. Давайте сначала расскажу снаряжение, которое беру я, потом расскажет Александр, и мы продолжаем, точнее, мы начинаем проходить миссию. Значит, мое снаряжение в основном я беру МП5 с глушителем, с полуоболочными пулями, для того, чтобы иметь, ну, как бы наносить меньше повреждений, и они не были смертельными. В личном я беру Кольт 1911, также с такими же пулями. В тактическом я беру две газовых гранаты, одну светошумовую, шоковую и аэрозоль. В специальном я беру спецружье, а в защите, скорее всего, я возьму противогаз и легкую броню. Ну а теперь мой товарищ расскажет, что берет он. Да, я взял основным оружием УЗИ с глушителем, полуоболочные пули. На втором слоте у меня электрошоковый пистолет, то есть тезер, который стреляет двумя электродами. Пожалуй, я его возьму. Возьму зонт, возьму С4 и противогаз. В принципе, я готов. Можно начинать. Поехали. С какого хода пойдем? Так, мы появились возле ресторана. Давай с заднего хода зайдем. Прям в дырку. Сейчас я пока переключу. Слушай, не помнишь, как там переключать это? А, все. На одиночные патроны. Блин, такое ощущение, как будто я из колодца выглядываю. Ты на X, да, переключал? Да, одиночная постоянно. Ну, подожди, я забыл включить твой экран. Вот так лучше. Давай, я... Смотри, там кто-то дверь открывал. Да? Только что, да. Да-да-да, вижу. Готов? Там прям руки торчали из текстур. Готов? Готов. Стой. Полиция, на колени! А, ты мне тейзером ударил в спину. Извини, я хотел. Что тебя так корчит? Да я вижу. Меня отпустит? Надеюсь. Извини. Что ты делаешь? Это все из-за вас. Гандон. Господи. Их там просто двое стало, и я решил одного нейтрализовать. Ты сообщил, да? Ты не хочешь свести концы с концами? Вон тип сразу стоит слева. Видишь? Бросаю гранату. Заходим. Руки вверх, на колени! На колени! Тебе помочь! Еще! Не стреляйте! Руки вверх! Быстро! Подозреваем. Есть. Странно, дверь вот эта открыта была. Вот так. То есть там, может быть, кто-то есть. Кстати, здравствуйте. Я вот этим зондом могу же смотреть вот так вот. Ну да. Типа за угол. Да. По-моему. Можешь. Да. Там такая головочка должна крутиться. Да. Так, что здесь? А, подсобка. Чисто здесь тоже.
В зале тоже чисто. Прикрывай. Вот. Так, тут никого. Туалеты. Давай, женский, готов? Готов. Чисто, да? Угу. Давай, открывай, отходи, я захожу. Ага, чисто, пошли. Значит, на второй этаж. Подожди, еще здесь дверь. Готов? Давай я посмотрю. Давай так. Так, вижу там кого-то стоит в пиджаке. Не знаю, вооружен или нет, но по-моему он вооружен. Там нужно. Выбивай двери гранатуки. А у тебя C4? У меня C4. Ну ставь C4. И сразу влево немножко отойди. Так она по этому, по детонатору. Взрывай. Давай. Бежал его скотина, блин. Сука такая, а? На колени, быстро! Где он? Стреляет где-то. Вот та самая пушка. Он походу вот он убежал куда. Где он? Все, завалил его. Где? Нет, нет, нет. А как он дома катался? Спрятался, походу. Хорошо, что у меня по эти пули, понял, полуоболочка, что я его не гахну, я у него пули 3 высадил. Преступник арестован, забирайте. Понял вас. Продолжайте выполнять задание. Так, там, наверное, кто-то остался. Так, давай я предлагаю сразу выбивать и что-нибудь туда кинуть. Давай, я газ кину. Ставлю C4. Может быть не газ, ну ладно. Да за газ идем, может быть его газ. За счет 3, давай. Бля, тебе в голову гранаты попал. Бросайте оружие! На землю, сука. Как тебе, блядь, коленку не прострелил, гандон. Ну так, для стой, подожди, стой. Сейчас. Соски в тиски? Нет. Че-то на испанском там кричит. Че ты? На тебе. Ты киллер, да? Ты копов убиваешь, сволочь. Все? Все, ты осознал? Скотина такая. Ладно, за кого... Адвокат тебе нужен? Ты смотри, заговорил сразу на нашем языке. Может, когда хочет. Не говори. Ну, конечно, два раза шокером, пол перцового баллончика в глазах. Старший инспектор, соточка из соточки, господа. А на этом все. Это было наше первое пробное совместное видео. Если вам понравилось или не понравилось, какая разница, ставьте лайки или дизлайки, нам, в принципе, все нам подходит, все устраивает. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите на остальные наши видео. Ну, будьте с нами, будет интересно. До скорых встреч. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.